изначально заинтересовал спортивный директор, позвонил, сказал так и так, мы хотим тебя видеть. Я, конечно же, заинтересовался, сказал да, без проблем. Там все быстро, 2-3 дня и все решилось. Это у любого нападающего цели забивать много голов, чтобы команда выигрывала, все. Больше целей никаких не может быть, зачем тогда приходить в клуб? Так просто отбыть номер, нет, надо дать пользу команде. Можно лохнуть. Здесь нормально. Знаешь, наоборот. Не, бить? Ноги супер. Виталий Сакович, качественный нападающий, игрок сборной Беларуси, обладающий большим количеством качеств. Мы верим, молодой, перспективный игрок, поэтому очень рады, что он присоединился к Рубину. Уверены, что он сможет нам помочь не только во второй части чемпионата, но и в будущем. Наоборот, я люблю. Я занимаюсь дайвингом. Доброе. Уже вчера, я думаю, что в Инстаграм везде вы видели представление новичка Виталий Лисакович. Welcome! Ну, команда встретила его максимально доброжелательно, как и любого новичка, который способен принести пользу команде. Понятно, что он только прибыл, еще сдал только беговой аэробный тест, потому что Локомотив приступил к работе несколько позже, чем мы. Вот. Ну, сейчас между сборами останется с тренером по физподготовке и физиотерапевтами. И уже ко второму сбору должен быть полностью готов ко всем нашим нагрузкам. Перетренировочка, коридорчик сразу. Угу. Спинку проверили нормально. Сразу размялся. Угу. А так нормально, ничего. Упражнение супер вообще. Подустал. Дай. Пап! Бить ноги. Потолкай вон Егора. Когда я в Локомотив еще переходил, он меня встречал, я говорю, и ты меня и тут встречаешь. Я говорю, вот мир маленький, там, тут,